Гюльгюн, Гюзде Кансу Гюльгюн известна как жена Архана и мать Херит и Фуата. Она родилась в обычной семье среднего класса. Когда она изучала архитектуру в университете, было решено, что она будет подходящей женой для Архана, сына Халисага, и она согласилась выйти замуж за Архана, которого никогда не видела, и оставила свое образование. Со временем она исправилась и стала играть роль невесты с витрины в семье. Гюльгюн – женщина, которая избегает противостояния событиям, с которыми сталкивается в своей жизни, предпочитает игнорировать все происходящее и продолжает жить дальше. Отношения Гюльгюн с детьми также довольно сложные. Ферит постоянно пытается добиться успеха, чтобы привлечь внимание матери. Однако Гюльгюн не может достаточно сосредоточиться на реальных нуждах своих детей из-за своей насыщенной общественной жизни и стремления сохранить свой статус. Фуат – тихий и замкнутый ребенок. Гюльгюн трудно понять и удовлетворить его эмоциональные потребности. Поэтому ее отношения с детьми поверхностны, и она не уделяет достаточно времени и усилий для укрепления их эмоциональных связей. Жизнь Гюльгюн сосредоточена на саморазвитии и поддержании своего социального статуса. Вместо того, чтобы проявлять эмоциональные реакции на происходящее, она предпочитает игнорировать и подавлять проблемы. Такая ситуация приводит к тому, что эмоциональный груз, который она накапливает в своем внутреннем мире, увеличивается и со временем приводит к ее психическому истощению. Однако посторонние люди видят в ней сильную и независимую женщину. Недостаток жизни Гюльгюн – это поиск эмоциональной глубины и внутреннего мира. Однако ожидания общества и роли, которые она создала внутри себя, мешают этому поиску. Когда Гюльгюн найдет в себе мужество встретиться с собой и выразить свои истинные чувства, она сможет пережить поворотный момент в своей жизни и сделать возможной более внутренне наполненную жизнь.